people, our students are from 18 years old. From 18 years old, yes. Их не студенты начинают с 18 и This year we have the oldest student. Но только клубов читателя у нас вышло сейчас три. So the club of readers it is three, yes, now. Three cities, no? Про города, да? Да, да. Потому что самое главное, чтобы эти клубы были локальные, так как ты, Даймантас, говорил, там, где есть уже много людей, там можно создать клуб. So you can create club in this place where are a lot of migrants. So if in this place are a lot of migrants, so это два года. И Фабрицио сказал, что они должны читать на итальянском языке, потому что Ты рада, Галимибия, возможность учиться этого языка. Да? Если они будут читать на своем языке, тогда как они будут учить итальянский язык? А теперь они имеют много вопросов, да, и они, ну, они могут болтать об этом, да, дискутировать об этом, да. И... Ну, я бы хотела еще сказать Фабрицио, что Италия – это очень такая хорошая страна для мигрантов с Украины. Мария wants to say you that Italia is one of the best country for migrants. I don't know, but in this period, maybe not. В этом городе нет. Фабрицио думает, что машины, микроавтобусы ездят в Италию, там есть люди, и они перевозят газеты, прессу, книги тем людям, которые So Maria says about the buses and various cars whose, so for example, in Poland there are people who take people from Poland and with bus, with cars bring in your country, yes? Football? Футболист. Стадион. Стадион. Зингер. Геда Покшуке. Покшуке. Зингер. Геда. Геда. Геда Покшуке. 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 Радио Нитринкен.
Okay? Okay.